Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. Я сюда не хочу выходить, потому что в эту щель хуй попадешь, в которой я стою. Ой, блядь. Нихуя, это что? Блядь, это... А, вижу, вижу. Вижу, нацелился. Могу вам X1 поставить. Сейчас X1 поставлю. Блять, свои нахуй. Блять! А? Два
своих разъемных. А где они? Да они сидят вот там, спрячутся. А, не прячутся, сучки? Я двоих не попал. Ну, бля, Соло разъебал нахуй лохов. Где ты видишь их? Так, там Маш, да? Да. Зеленый. Погнали. Дышать сложно в этой хуйне. Азим, бля, где они? Азим, все? Фу, изикатка. Все? Фу, бля. Подышать нужно. Фу. Фу. Блядь. А, все, не стреляет вообще. Смотри. А меня надо ему дать. Не, потому что ты, скорее всего, нейрон держал. Не, в смысле? Вот они, смотри, там. Возьми другой. Поменяй мне другой автомат. На, поменяй. Стой, на, возьми. Рука в говне. Хуй, ебать мой хуй, брат. Вы выебали? А? Не, не. Мне не попали, но у меня кончились пули. Я типа... Маш, меня ты убился? А я не знаю, в кого попал. В смысле, не, мне? Ты меня попал. Ну, я в тебя попал, да. Ты вот тут, вот где я забудка. Я троих там заебашил. Забудка за какой? Вот где вот это, пацан. Да, я там был. Ну, ты в меня стрелял или что? Да, я не знаю. Я нихуя не вижу в очках. Я вообще хуярил. Такая же хуйня. Я просто сидел, как ебан. Я вот так, блядь. А мы со Силзором стоим, я говорю, ты хоть кого-то видишь, типа, я... Ваня говорит, где они, где? Я не вижу их. Я вижу, Макс стоит. А кому куда попали? Мне попали сюда. Ну так пойдет. Не, потом... мне в шею попали. Мне сзади доходи еще попали. Но ничего не было, Макс попал. Возможно. Ебать мы с... Нет, мы с ним вот так друг друга выбегаем. Ебашимся, блядь. А тебе как удобно было? Да, нормально, я троих убил. Каких троих? Ты вообще сидел, да? Ты ебанушка? Да. Макс, забери телефон, ты ебла на ФК сейчас всю катку. Не, я троих заебашил. Как троих, если я злого чипса? Я чипса, видимо. В смысле? Прямо. Меня вот здесь убили, вот за вот этой будкой ебаной, где два окна. Кто-то выбежал, и я просто не видел, кто. Прям так, конечно, опасно так вот бегать. Вот тебе легко в руку попасть. Да, нихуя. По-другому не... держи, вот так держи. Прям, может, Лерончику дать телефон реально? Они пишут Лерон дать. Нет, да, хуя? Можно Лерон. Она в машине. Ну, пусть она будет. Мы по ней не попадем. Мы ее не увидим в очках, ребят. Мы можем ее только проебланить, типа. Ну, там, я руки не вижу, если что. Я вообще нихуя не вижу. Я тоже нихуя не видел. Я вижу, я стреляю только когда что-то более-менее двигается. Я видел, как только строго с телефоном в углу там сидел, как крыса, блядь. Ебанутый. Я не видел. Смотрите, что, ребят, если вы хотите, чтобы кто-то поснимал, можно его в центр, вот в эту кабинку где-нибудь поставить, чтобы туда просто никто не стрелял, никто туда не бегал. Да, блядь, тут так пули летят нахуй просто, вот так вот, блядь, бог не знает куда. Мозгов-то не надо много, чтобы не стрелять в сторону. Ну, тоже верно. Да. Без ничего. Не, я бы а ты заряжался? Ну кому-нибудь, нет, похуй. Я могу одеться. О. Просто раздеться, что холодно было. Иди зарядись. Она как будто холоднее, эта хуйня, типа. Вот зарядись, брат. Ну я побегал, ебать, мне жарко стало. Так, давайте стартовать, пиздуйте туда. Давай. Музыка начнется, мы начинаем, окей? Можем сторону поменяться, нет? Наоборот. Хотите, что мы туда? Туда. Да. Окей, просто попробуем. А где патроны? Где ваши патроны? Вот патроны лежат. А что мы? Ты будешь телефоном? Ну, может, я просто спросила. Не, я не, не, я не буду. Можно просто сказать, что по тебе просто не стреляли. А как они поймут, что это я? По тебе видно то, что это ты. Ну, типа, вот так, чтобы я была? Только броник надеть? Каску. Краску, ну, краску. Каску, броник. Да, каску 100% надо. Просто каску. Одень каску, да. Капюшон и каску.
Проверка пошла. Я себе какие-то штаны в письку положил. Что? Штаны в письку положил какие-то. Реально? Да. Откуда у тебя штаны? Вон там я нашел штаны, смотри. Вон там заходишь, там висят. Где, сюда заходишь? Да, да, вот эту дверь. А нет, в ту, Иван. А только Макс не сходит с телефона. Нет. Инстаграм, Корейка Даша в прямом эфире, понял. Злому камеру, а я думаю, не захочешь бегать с телефоном, ему и так тяжело. Злой! 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 Азим? Да, боишься, тоже боюсь. О, не надо. Злой! Еб твою мать. А что, шарики кончились? Зло, не хочешь с камеры побегать? А нахуй сюда-то пришли, ебаный тир. Не, к Злому не хочешь с камеры побегать? Бля, бро, ну я? Ну давай. Ну попробуй. Блядь, ну а как? Я хуй знает, вот так вот. А где шарики еще? Там, да. Не, ваши шарики вот там, дядя Зим. А ну? Блядь, а как стрелять с вами? Ну, добрый, я немножко. Не, нормально. Нормально? Да, я. Если я. Вот так. Ебать, сколько! Ты бил, блядь, нахуй ты ее кинул, блядь. Я ебу, что случилось, бро? Если бы она начала ебашить против всех. Блядь, да я ебал, нахуй. У меня так же было. Я стреляю. Брат, ну она у меня закончилась, я не знаю. Макс что придумал. Брат, да если она взорвалась у меня в руке, я ебу, блядь. Ребят, мне надо телефон. Давай. А где патроны? Брат, а можешь ему сказать? Надо. Говорит, дебил, блядь. Она начала пищать, нахуй, я ебу, может, он взорвется. Может, тебе наверх чат. Сюда забраться, сверху поснимать? А ну, убери чат, ты посмотри, какой сюда. Там кадр. В бок вот сюда чат, убери, чтобы тебе не... Да не, вот так, на меня, но в бок. Так? На меня, но в бок. Что ты хочешь, на тебя, но в бок? Но в бок. В бок, вот так, в бок. Что ты хочешь, я не понимаю. На меня? Ну, в бок убери. Руку вправо, блядь. Блядь. Не правую руку возьми. Я не понимаю. На меня, ну, в бок, вот так, свайп такой сделай. Дай. На меня? Ну, в бок. Вот, смотри, что он хочет от тебя, вот. Да, вот. Страшно, когда вот так целятся. Нет, чтобы у тебя точно было видно, смотри. Это не то же самое. Не то же самое, ты поворачивала, как? Ты повернула. Вот так сделай сейчас, чтобы точно было видно. Ебать, ты чё? И так нихуя не вижу. Я ничего не вижу вообще. Ну она не будет тебе в лицо смотреть. А надень маску. Ну она тебе... Иди она будет... наверх. Ты сейчас охуеешь. Как попасть наверх, я ничего не вижу. Не знаю. Ты сейчас охуеешь, как она. Вот тут, кстати, вот эта хуйня. Бля, сейчас он наденет маску. Ебать, я ничего не вижу, я блайнд. Ну да, блайнд. Но она не будет с тобой рядом бегать прям. И она не будет тебе в свои глаза светить. Так я просто сверху... будет сразу понятно, то, что это она. Сейчас кстати, меня, да. Меня наверх будет проводить. Иду. Не, Лер, ты со вспышкой можешь бегать, потому что никто не будет стрелять. Да не, не надо. Я не знаю, только ступенька охуенная. В полочках их нет. Вот там есть. Там попробуй войти. Держись хорошо. Я ничего не вижу у них. О, здесь что-то есть, вся чат. Держись рукой. Всё. Да если бы ещё что-то видно было, блядь. Выглядит как-то... Чат, вам видно? Я просто нихуя не вижу. Нормально видно? Сейчас жду ответа чата. Или ещё выше. Мы мяч, блядь, берём. Или ещё выше. Вот так нормально? Да, супер, говорят. А если выше проверишь, вот туда. Ебать, так нихуя же не видно. Да смотрю. Ебать. Бля, я тебе скажу, что первый инстаграм в страйкболе. Во, все, супер. Я снял маску, мне через минуту прилетело в губу нахуй сразу. Ебучая, вот такой.
Там лучше видно? Да, пишут. Ты можешь зумить. Че, вы отсюда начинаете? Один икс, не, я вернула, вернула, это просто так, я Ваню зазумила. О, ебать. Протри камеру, а что она запоэтовалась, блядь. Все слова забыла. Нам, мне кажется, хуже будет. Как это? Все, оно нахуй не это. 1х, не-не-не, 1х будет, все. Что с нами пить будет? Включи вспышку. Готовы! Да, охуеть, что поменяла. Все. Что мы играем? Мы играем! Как понять? Да, погнали! Да справа, право! Далеко направо ушел! Скажите честно, вы там кого-то видите на противоположной стороне? Батечки его. Они вдвоем. Бля, крысы все. Опа, опа. Показываю, показываю право, ребят. Какой шанс, что Костя спрячется за этот треугольничком, за этим точнее. Походу, батечка, и он недоволен.
это еще активные боевые действия. Тут прячется кто-то. Так, а теперь, блядь, мне надо спуститься, чат. Пизда. Прошу вас, держитесь крепче. Спускаюсь! Тут пизда просто. Тут, походу, люди не придумали, блядь, поручни, ступеньки. Нахуй оно надо? Меня, блядь, пытаются обстрелять как главного босса или что, нахуй? Как тут спускаться, нахуй? Как это вообще? Посмотрите. Ебать, ступеньки. Чисто пока спустишься здесь, блядь, уже, нахуй, всю твою команду перехуярят. Так. Нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня пальцы... Блядь, бедный Артур там вот так стоял просто. Да? Зажимался, да. Ебать, как будто ночное видение, нахуй. На камере. Да, потемнело и стало хуже видно прям. Так еще вот эти хуйни? Да. Они у меня, у меня в глазах они белые, а на камере зеленые. Подержишь, я сейчас наполню. Вы не пугайте, пожалуйста. Лер, давай кто поймает? Давай, не надо. Это могла я поймать, блядь, как всегда. С моей удачей. Вот он. Куда оно упадет? Мы услышим? Оно уже упало где-то там. Пойди. Не услышал. Нет, сейчас я не услышал, до этого слышно было. Фу, блядь. Марк, блядь, давай ебало завалишь, пожалуйста, друг. Сейчас тебе в рот дам. Ты меня, блядь, не это, нахуй. На придурка не держи. Ванек, осторожно, он правее, левее может лететь. Кто-то не хотел одевать защиту на глаза, вот, пожалуйста, смотри, что бывает. Подожди. Кости прилетело. От кого? Не знаю. Вот такая вот залупа, Костяну. Вот кто хотел без этих играть? Ну это пизда было глазу сразу, минус глаз. Бай, Костян, кто это попал? Я в ебальник прям, пам! Я попал, а что? Ну я же нихуя не вижу. Как я стрелял? Да, я снимал. Я стоит Макс и он, вот так стоят просто. Я вот так пиздую. Ноль реакции у типов. Я вообще похуй, куда пули летят? Че, так было? Пиздец. Я ебаю, я, во-первых, не вижу нихуя. Не вижу, летят ли пули, блядь. Такая, блядь. Я был близко. Я в щельку, нашел щельку. Брат, я хочу еще раз поехать. А я... Нужно будет нормально место. Не, на нормальный пинбол. Здесь хуёво. Мы поедем, найдем нормальный. Это самый нормальный. Можно? А я... Нужно будет нормальный... Извините, я просто решил посмотреть. Блядь. Это самый красивый. Тут я так понимаю, что это не особо развито, потому что я построил страйкбольную экипировку и прочее. Здесь все дешманское, хуёвое, пиздец максимально. Так что, скорее всего, здесь даже ничего лучше нет. Ладно, если мы поедем как-то в Дубай, я думаю, разъем. Если мы поедем... Который так не нужен, то сей успех. Нихуя не видно. Ой, блядь. Еще бы видно было, что там рисуют. Зато красиво. Я думаю, вы хотите еще раз сыграть? Я думаю, мы нихуя не увидим. А вот же на этом подглазку поставить, ничего не видно.
Если вам, Ванёк, если тебе еще стримить надо, слышишь? Не, Ванёк, знаете, куда попал? Костяшку прямо вот сюда. А вот это стрим, да? Нихуя, наверное, видно не было вообще. Не, видно было, смотри, как красиво. Закидывает, вот так стоит, хуярит по всему. Смотри, я сношу сейчас фонарь. Покрасил, ебать, фонарь, все нахуй. Что, ты по фонарику? Да. Давай его раскрасим, чтобы он не светил. Он заебал нахуй. У меня баллон закончился. 10 попаданий из 10. 0. У меня сломалось оружие. Сломалось оружие? Мне каждый раз надо было натягивать перед выстрелом. Каждый раз. Ваше впечатление, Артур? Этот, вот этот, именно этот пинбол, это кусок дерьма. Долбоебы не удосужились. Ну, посмотрите. Это света нету вообще. Вот, я не знаю, будет ли им видно, но это просто пиздец. Типа, не видно, но я... Ну, попробуй. Да, давай, я на свет. На свет, просто вывези. А, это им ты хочешь показать, да, ебать? Да, Артур хотел показать. А? Нихуя не видел. Еще когда у тебя зрение минус 5, нахуй, вообще пиздец. Когда я стреляю, у меня эта хуйня начинает жужжать, блядь. Я думал, она взорвется. Она вперед и кидает ее просто мне под ноги. Кого? Вот эта хуйня начинает жужжать. Она жужжит, он кидает мне под ноги. Сука. Тебя стреляет, бро. Сама стреляет? Максан. Да. Твои ощущения. Мне понравилось. Ебать, мне реально понравилось. Я бы еще поиграл. Хотелось бы, ну, чтобы хотя бы блядь. Да. На стриме ничего не видно. Ваше впечатление, Иван? Я в восторге. А ваше впечатление? Мне понравилось. Да, это супер весело, только ничего не видно. Давайте, Илон, ваше впечатление. Да, очень прикольно. Только был один крыса, ебаный, обоссыш нахуй. Почему? Я буду следующий хуярить только один. Один настал, блядь, с коробкой. Не, лег, он лег. Ты понимаешь? Да, он лежал, его же не видно было вообще. Он лег, он так стрелял, и перезаряжался, понял? Он берет, он так просто насыпается. Ой, простите. Бля, тут реально нихуя не видно будет вообще никого, блядь. Я уже думал маску, блядь, снимать. Я не знал. Просто я подумал, что я долбоёб. Я по двоим стреляю, мне не понимаю, почему они не двигаются. Вау, 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 юбей, юбей. Если найдем пиздатый пинбол, я выебу все. Сука, смотри на этого таджикского, блядь, пулеметчика, нахуй. Просто в центре стоит, блядь, бой с тенью, нахуй. Что ты вспомнил? Айди, блядь. Что, флешбеки, блядь? Джоня, они на деревьях. Предъявите паспорт, зубы этой суки чаще. Один, блядь! Нихуя. Порвалось очко. Я потверкал, там что-то порвалось. Ой. Холодно? Очень холодно. Вы-то побегали, да, так. Ну, мне пиздец жарко, потому что мне кажется, тепло идти иначе. Хочешь, я тебя погрею, малышка? Старичок нахуй. Так вот нахуй. Блядь, пенсиану. У тебя нет влажных салфеток? Нет, все было. Я хочу руки помыть. О, это заебись трек. Сейчас, подождите, не флексите. Я хотел, чтобы Макс был. Что, ну Иван? Вон, музыка. Иван, давай. Ходит довольный. Там тоже колонка есть? Да. А Зима, можешь спросить, где можно руки помыть? Мама, купи пёсика. Ну-ка посиди, вроде более-менее. А сюда посиди. Нормально. Но здесь почему-то как-то щипает. Как будто бы кожа. Тебе попали, в смысле? Не, просто, я не знал обо что-то. Никому не попали. А, никому просто не попали? Руки. Я думала, тебе. Не. Попали. Хотела, да, чтобы меня уебали, да, Настя? Понятно. Да.
Я всю на вылетел. Ты заебал, ну положи ты оружие нахуй. Да, да, все. А что, понравилось, да? Я тебя люблю, как я люблю тебя. Не, оно прям в голову попало. Прям в голову попало? Стой, стой. Ой, пардон, ну не прям. Мне кажется, когда неожиданно, оно не так больно. Ну, наверное. Когда неожиданно пролетает. Фу, бля, кто сигареты курит нахуй? Джумапэ. Это когда я попросил болит? Ебать. Болит? Ну неприятно. Ну-ка покажи, покажи. Ебать. Не болит, не болит, не болит. Просто мразь.